Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад-подсказка, что вас ждет события ближайшего будущего. У нас один вариант, общий расклад, но в нем собраны разные ситуации и совет на каждую из них. И потому я бы советовала вам смотреть этот расклад сначала и до конца. И, возможно, пока что не образовавшаяся ситуация может проявиться в период времени 10-15-20 дней. Вы же будете иметь подсказку, будете знать, как вам поступать и чего ждать. Итак, мои дорогие, давайте будем начинать. И первым мы возьмем совет, напутствие от рун, от рунных карт на загаданный период. Итак. Совет, напутствие на загаданный период. Мы посмотрим эти карты в самом конце. А сейчас мы будем смотреть общий фон загаданного периода. Общий фон. Что ждет? Общий фон. Будет очень много информации, и с этой информацией, знаете, не все правда, не все вам нужно, не все нужно, знаете, как-то воспринимать очень остро, потому что идет момент, какая-то правда должна открыться. Возможно, в каком-то разговоре, в каком-то споре откроется правда, но я вам хочу сказать, что ваше сердце будет радоваться. Вы будете рады. Возможно, какая-то ситуация, которая сейчас вас угнетает, которая вас каким-либо образом беспокоит, какая-то вот такая ситуация напряжная, скажем так, она отходит, она все-таки, знаете, как-то уравновешивается, она как-то теряет силу, и ваше сердце будет радоваться. То есть я бы сказала, что некая печаль какая-то, она отходит от вас. Некое бурлящее, кипящее, то, что вас беспокоит, оно отойдет от вас вот в этот загаданный период. Отступает некая темнота, да, наступает некое просветление. Очень может быть, что что-то неявное и неясное, знаете, проявит себя. Возможно, сейчас есть какое-то беспокойство, возможно, по работе, возможно, по каким-то делам, что будет, как будет. Вот идет момент прояснения, прояснения момента ситуации, которая вас беспокоит. Возможно, кто-то ищет какого-то выхода, какого-то результата. Сейчас вот находится в каком-то, да, периоде замешательств. Будет прояснение, будет четкое какое-то понятие, как мне действовать дальше, что мне делать. Здесь идет момент, что вы выбираетесь из какого-то болота, из какого-то клокочущего, знаете, состояния. Возможно, каких-то душевных терзаний, возможно, каких-то внешних факторов, да, какой-то внешней ситуации. Но идет момент, что сердце ваше будет радоваться. В конечном итоге сердце ваше будет радоваться. Вы выйдете из какой-то вот такой, да, не разрешится какая-то ситуация вас волнующая. Вот так вот я скажу. Возможно, та ситуация, которая вот вас сейчас вот как-то раскачивает, которая вас беспокоит, она как-то отойдет, она решится, она просветлится, что-то вам станет ясно, понятно, будет как найдено какое-то решение. И в конечном итоге я вам скажу, что для вас этот период очень даже хороший, очень даже приятный. То есть вам будет сопутствовать удача. Она может для кого-то проявиться очень ярко, для кого-то это будут какие-то маленькие моменты, но удача будет сопутствовать, удача будет вас сопровождать. И, возможно, да, именно удача позволит вам как-то выйти из какой-то тревожной ситуации. Я прям не могу сказать, что это какая-то... Это прям тревожное, знаете. Это что-то связано с эмоциями. Это что-то связано с чувствами, с эмоциями. То, что раскачивает эмоциональное состояние. То, что волнует. И вот это то, что вас волнует, оно как-то уходит, да. Оно как-то
проясняется, просветляется, и сердце наполняется радостью, сердце наполняется таким спокойствием. Ну, прямо идет мне, что что-то откроется, что-то какое-то решение придет. Но будем смотреть дальше. Но вообще я вам хочу сказать, что этот период, несмотря на какие-то, да, вот сотрясения, возможно, на сегодняшний день что-то вас так беспокоит, но прям я вижу, что вы найдете какое-то решение, будет просветление, или помощь придет, или какое-то решение придет. Но как-то ситуация абсолютно, да, меняется, она проясняется. И проясняется она к тому, что сердце ваше будет радоваться. То, что беспокоит ваше сердце сейчас, оно отойдет, вот эта печаль. И ваше сердце будет спокойно, и будет свисти, и будет радоваться весне. Давайте будем смотреть дальше. Итак, давайте посмотрим. Работа. Дела. И учеба. В учебе очень хороший период, очень хороший для самопознания, для развития, для разного образа обучения и новой информации. Ключ вам дан, будет очень легко даваться знания. Для тех, кто работает, да, с самосовершенствованием, это прекрасный период, когда ты наполнен некой энергией, некой силой воли, исправить все, да, изменить все к лучшему. Наполнить свою жизнь некой пользой, неким позитивом. Вообще карта очень хорошая, карта, которая говорит, что человек может справиться со всем, да, что вот у него на пути, со всем человек справится, со всем человек вот какие-то свои вопросы, дела решит, безусловно. Что касается дел, в отношении дел идет некий момент зависания. Это может быть связано с некими вот этими праздниками, когда кто-то не работает, кто-то пошел в отпуск, кто-то уехал, да, где-то отдыхать, где-то на даче какие-то. Но здесь идет момент, что в работе некий момент... вот будет так, как сейчас. Вот ситуация особо меняться не будет. Вот что касается дел, вот ситуация особо меняться не будет. Она будет стабильная. Ну и я вам хочу сказать, что все же удача сопровождает. Эта ситуация будет стабильной. То есть вы в некой безопасности, и вы в неком вот таком состоянии, знаете, немножечко отстроченном. То есть какие-то дела будут отложены. В силу того, да, что вот какие-то праздники, вот какая-то вот такая ситуация, что кого-то может не быть, что-то отстрочивается. То есть, если дело касается каких-то документов, здесь может быть момент, что как-то оно во времени, да, будет растянуто. Оно будет растянуто во времени. Но у вас есть ключ, вы можете изменить ситуацию, вы можете найти иной выход, то есть многое зависит именно от вас. Но ситуация, да, некая подвисшая, и, возможно, именно через праздники, она здесь может быть. То есть, как в каком-то смысле, да, кто-то пойдет в отпуск, кто-то в силу, да, праздников просто, да, свободные дни будут у людей, то есть дела будут отложены. Какие-то моменты, да, будут подвиснут, и вот так, да, будет в неком периоде ожидания, как оно будет дальше. Что касается работы, я вам хочу сказать, что здесь очень хорошая полная карта. Здесь идет все по определенному циклу. Здесь идет момент, что все даже очень благополучно, каких-то сотрясений, потрясений нет. Здесь может пройти момент, что какая-то вот ситуация на сегодняшний день, которая тревожит вас, она, знаете, как-то просветляется. Она просветляется с некой темноты, да, здесь все как в полной луне. Все понятно, все видно, все, в принципе, нормально. Ну да, здесь будут плоды, здесь будет результат работы, здесь все будет даже очень хорошо. Я вам скажу, что для женщин очень хорошая связка карт. Это очень благоприятная связка карт. Некая ваша работа будет иметь плоды, будет иметь результат.
ситуация стабилизируется, если она была каким-либо образом расшатана, она стабилизируется, она как-то обновляется, вот ситуация на работе, она обновляется, и вот такой, да, она будет, вот как стабилизируется, и вот такой она будет. Я вам скажу, что если какие-то потрясения были, эти потрясения будут уходить в прошлое, то, что вас волнует, оно просветляется, выясняется, и в принципе, да, все входит на круги своя. Пройдет некое обновление, хороший какой-то период, да, вообще в работе, и вот так оно стабилизируется, потому что карта плодородия говорит о том, что будет хороший результат, это позитив, это хорошо. В принципе, в работе здесь каких-то потрясений, здесь каких-то, знаете, таких моментов каких-то невидных, вот как, если они есть сейчас, вот в этот период они прояснятся. Они прояснятся, все как-то стабилизируется, станет на свои места. И вообще для женщин, именно для женщин, этот период очень даже хороший. Ну вот все, да, даже задуманное что-то, оно будет очень даже так сопровождаться удачей, сопровождаться каким-то очень хорошим результатом, плодами будет сопровождаться. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Итак, любовь. Для тех, кто в поиске, для тех, кто в паре, и для тех, кто в ссоре. Для тех, кто в ссоре, ситуация медленно развивается, но все равно она идет к улучшению. Будет ли, придет ли человек в загаданный период? К сожалению, я вот этого сказать не могу. Вот как медленно двигается, и время еще не пришло. То есть, если вы в ссоре с человеком, я вам скажу, что этот мужчина о вас думает, этот человек о вас думает. Ситуация движется медленно. Придет ли этот человек с разговором в загаданный период? Вот идет исцеление этих, ну вот исцеление отношений между людьми. Это не значит, что вот со временем, да, придет исцеление, еще нужно подождать. Я вам скажу так, или под конец загаданного периода человек как-то проявит себя, но сейчас это какая-то тишина, это какой-то момент исцеления, когда нужно эту ситуацию исцелить. Здесь идет ситуация, что человек о вас очень много думает. Чем больше он думает, тем больше он как-то понимает, что он сам в эту паутину сплел и сам в эту паутину попал. Вы для него определенно очень ценная женщина, очень, знаете, вот такой настоящий бриллиант. Но вы не спешите ему навстречу. Этот мужчина, возможно, где-то и хотел какой-то манипуляции, дабы вы мчались, да, бежали за ним, но как-то вот спешки с вашей стороны я абсолютно не вижу. Ситуация исцелится, исцелится к лучшему, она будет уравновешена между вами. То есть, если вы сейчас в ссоре, вы примиритесь. Если вы вот в разлуке, да, расстались с этим человеком, это, эти карты не говорят о неком воссоединении пары, но все же, да, некий огонь, некий жар, некая, знаете, какая-то острота уйдет этой ссоры, и люди вот как-то примирятся, да, они исцелятся, вот эти отношения между людьми. Но давайте посмотрим, если женщина желает восстановления этих отношений, может ли здесь быть восстановление? Вот не пришло время, и все. Вот видите, карты повторяют, что еще не прошло время, еще нужно как некий период переждать. Но я вам скажу, что спешить не стоит. Это однозначно, потому что вот должно истечь некое время, дабы эта крыса погибла, дабы эта ситуация себя изжила, дабы человек получил урок, дабы, знаете, что-то лучшее и хорошее, да, выросло, возникло. Ему нужно время. Вопрос, придет ли, придет, потому что идет момент исцеления отношений. Но вот спешки не нужно, как не пришло еще время. Нужно еще подождать. Еще не прошел некий цикл определенных событий, которые нужны, дабы человек прошел свой урок. Знаете, вот что-то произошло между вами, и человеку этому этот урок действительно нужен. Потому что, чтобы он не допускал эту ошибку опять.
Потому я вам скажу так, спешить навстречу этому человеку не стоит. Могут ли возобновиться отношения? Да, но пока что вот в загаданный период такого полноценного, знаете, восстановления отношений я не вижу. Этот мужчина может прийти, вы можете поговорить, но вот прям, чтобы восстановилось все как было, но вот пока что нет, да, некие уроки он должен проходить, какое-то свое видение, свое слово, да, здесь как-то нужно отстоять все же. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Итак, для тех, кто в паре, я вам скажу, здесь вообще прекрасная карта, какие-то очень хорошие события вас ждут, очень, знаете, такие, возможно, общие какие-то мечты, общие желания, планы, здесь развитие отношений, здесь очень хорошая энергетика, здесь и люди под защитой, и вообще, да, вот такое стремление, движение вперед, возможно, после какого-то немного, да, приостановки, застоя, топтания на одном месте, здесь люди будут двигаться дальше, да, вот идти к своим мечтам, к своим желаниям и действительно развитие, новая сила в отношениях, увеличение какого-то романтичного настроя, да, это может быть очень романтичный период для этой пары, очень такой особенный, да, но я вам скажу, что для тех, кто желает, для тех, для кого это мечта и цель, да, вот, например, вот какое-то укрепление отношений, будущее, да, вот здесь чем больше вы будете вместе мечтать в этот период, тем больше и прекрасней будет реализация ваших желаний. Это прекрасное время на новые планы, на новые свершения. Вообще между людьми такая, знаете, обновление неких романтичных отношений, нежности, любви, да, совместных планов на будущее. Очень хорошая карта для тех, кто в паре. Давайте посмотрим для тех, кто в поиске. Женщина, вы знаете, вы так... Я вам скажу так, возле вас есть ухажер, за вами засматривается мужчина однозначно. Перед вами, конечно, расходятся тучи, и, возможно, да, эта карта может указать на то, что некий мужчина может проявить свои чувства. Тот, кто рядом с вами находится, тот, кто где-то в вашем окружении. Принимать его, не принимать, здесь действительно решение женщины, у нее очень сильная позиция. Она вышла картой жрица, то есть это женщина, которая решает, которая раздумывает, которая определенно на своем пьедестале и знает себе цену. У нее есть выбор, у этой женщины, и здесь идет конкретно человек, который где-то возле вас, который вами любуется, и здесь может пройти момент, что этот человек откроется, да, он может... как-то начать проявляться, он какой-то может, да, куда-то пригласить, как-то проявить себя, проявить свою симпатию по отношению к вам. Ну, давайте посмотрим. Новое знакомство. Ну, здесь, девочки, здесь я вижу, что ухаживает за женщиной, ухаживает. И здесь... возможно, просто идет момент в том, что я жду своего человека, да, что я жду своего партнера. И я вижу, что здесь какой-то и бывший, который за вами засматривается, где-то не выпускает вас из виду, которого давит жаба, да, что он где-то, да, он кусает себя за хвост, что где-то он все-таки вас упустил, да, но я и вижу, что и другие мужчины, это комплименты, это, знаете, такое любование вами, какие-то разговоры, общение определенно есть, и вы будете определять, с кем вам общаться, это может быть несколько человек, это может быть ситуация, да, что где-то и в вашем окружении очень близко человек, которому вы нравитесь, который желает к вам проявиться, который, возможно, да, сейчас как-то еще скрывает свои чувства, но он может очень, очень, знаете, как-то неожиданно для вас какое-то проявление начинает. Ну, давайте посмотрим еще. Ну, здесь определенно идет обновление энергии, определенно. Очень может быть какое-то новое знакомство. И знакомство это может быть даже очень таким перспективным, как новая энергия входит в мое пространство. Новый человек, возможно, да, новая какая-то энергия входит, да, новая энергия в мой круг.
Это да, это действительно новое знакомство, и да, здесь может продолжительное быть очень общение. Этот человек будет за вами ухаживать. О, я вам даже скажу, что прям очень хорошо. Девочки, смотрите, вы вышли жрица, и у нас здесь выходит жрец, и выходит мужчина, который вам очень подойдет в пару. Это может завязаться между вами какое-то общение, возможно, это что-то через соцсети, возможно, это и реальное знакомство, но новая энергия в вашу жизнь входит. Карты говорят о том, что этот человек может войти в близкий круг ваш, круг вашего общения. И этот человек действительно, знаете, он и вас заинтересует, и вы ему будете очень интересны. Сказать, что в загаданный период прям вспыхнет любовь, я этого пока что вот как-то не вижу. Я вижу интерес этого мужчины по отношению к вам. Вы прекрасная женщина, вы ему нравитесь. Этот мужчина будет стараться пробиться как-то в ваше окружение, дабы вы как-то, знаете, обратили, возможно, на него внимание, заметили его, оценили его. Но я вам скажу, что этот мужчина, он будет пробиваться. То есть новое знакомство очень даже может быть, потому что новая энергия входит в вашу жизнь. И человек, который будет уделять вам внимание, здесь очень вероятен. Может такое пройти, что вот не прям в загаданное время, а как немного отдаленно. Да, вот может произойти знакомство какое-то, которое будет иметь последующее развитие. То есть в загаданный период вы можете познакомиться с человеком, как-то вскользь, да, или как-то по работе, по делам, случайно, через каких-то других людей. Но это знакомство, оно может быть для вас очень перспективным, потому что он прям вашей парой вышел. Вышел парой, вышел тем человеком, который вносит новые позитивные перемены в вашу жизнь, который входит в ваш непосредственно круг. Ну, хорошо. Ну да, надолго, надолго этот человек войдет в вашу жизнь. Надолго. Как-то он, знаете, но здесь какая-то вот заминка есть, да, или человек на расстоянии, или человек все время в разъездах. Здесь будет какой-то вот какой-то такой момент, да, который вас немножечко... Как не то, что настораживает, а который вот, вот здесь, понимаете, как карты вышли? Здесь идет момент, что эти отношения, они могут развиваться медленно, но из них уже не вырвешься, потому что это любовь. Вот так вот, я вам скажу так, что эти отношения, это может быть просто знакомство делового плана, знаете, с какими-то друзьями, знакомыми, вот какое-то, да, оно может быть каким-то косвенным, это знакомство, но оно как-то медленно может перерасти в отношения, с которых не желаешь и не можешь вырваться, потому что это любовь. Эти отношения могут принести действительно очень... качественные перемены в вашей жизни. Это чистый лист, на котором вы будете писать свою историю любви. Я вам скажу так, что для тех, кто в поиске, во-первых, возле вас есть мужчина, которому вы очень нравитесь, и который может проявиться в данный период, но идет новое знакомство. Новое знакомство, которое, возможно, в этот период не разовьется в такой, да, потому что здесь идет некий момент времени, да, и не разовьется в такое очень активное и бурлящее отношение, но в последующем это могут быть даже очень хорошие отношения, очень даже перспективные и хорошие, и прям человек вам сильно подходит, и с ним вы можете написать свою очень большую историю любви и отношений. Так что, девочки, да, этот период для вас очень даже хороший. Очень хороший между, знаете, теми знакомствами, которые будут в этот период. Может быть, именно ваш партнер, ваш человек, с которым не только, знаете, вот вспыхнуло, погасло, а именно такие длительные, очень серьезные отношения вы можете завязать. Вот такой вот у нас интересный сегодня поворот. Давайте возьмем все самое лучшее, да, все запрограммируем наше сознание на самое хорошее. Пусть плохое уходит из нашей жизни, пусть только хорошее в нем остается. Новые возможности,
новые цели и их реализация. Удача пусть сопровождает нас. Пусть некая полнота жизни наполняет событиями прекрасными нашу жизнь. И пусть все тайное нам будет явным, дабы мы были готовы и могли бороться с тем, что нам предстоит. Итак, мои дорогие, давайте будем продолжать. И дальше у нас подсказки. Подсказки на все случаи жизни. И давайте посмотрим. Итак. Что вам будет помогать в загаданный период? Что будет помогать? Девочки, сама справедливость на вашей стороне. Сама справедливость. Очень классная карта. То есть вам будет помогать правда, вам будет помогать справедливость. Вообще на вашу сторону будет склонено, ну, очень многое. То есть, ну, хорошая очень карта, сильная, старший аркан. Действительно, многое вам будет удаваться, и удача вам будет сопутствовать. Как и правда будет на вашей стороне, так и, знаете, все будет склоняться хорошее на вашу сторону. Очень хорошо. Что вас будет отвлекать или вам мешать в загаданный период? Мужчина. Мужчина будет вас отвлекать. Будет вас отвлекать мужчина, да? А чем ты будешь отвлекать эту женщину? Чем? Боже, девочки, двойка кубков. Мужчина отвлекает любовью. Мужчина отвлекает отношениями. Да, желает взаимности от вас. Но очень может быть, что мужчина будет или проявляться, если вы в паре, этот мужчина, да, будет вам говорить, да, оставь ты уже все в покое, да, иди сюда, иди ко мне на ручки, да. Или давай проведем как-то хорошо время, отбрось все какие-то свои дела, оставь, пусть оно там висит все, и еще будет у нас время. А сейчас давай отдохнем. Вот какой-то такой момент, знаете. Возможно, это какие-то ухаживания мужчины, если вы в поиске, да. Если вы в ссоре, здесь, конечно, может быть и момент, который вот мужчина будет как-то выводить вас на эмоции, да, своей какой-то любовью, что-то будет писать, что-то будет как-то стучаться к вам со своей любовью. Но идет момент, мужчина отвлекает вас любовью, двоечка кубков, по двойке кубков. Ну хорошо, отвлекайте нас своей любовью, да, мы готовы. Готовы где-то и отбросить свои повседневные дела и отвлечься на прекрасную любовь. Давайте посмотрим дальше. Итак, в чем ожидается удача? В чем ожидается удача? Удача в деньгах, удача в каких-то бонусах, какие-то шансы и возможности будет давать сама судьба. Возможно, какой-то приход денег, приход каких-то финансов. Очень даже, знаете, так в нужный момент. Я не скажу, что это большие деньги, но все же какое-то поступление может быть. И здесь даже больше, я бы сказала, это какая-то возможность. Возможность в чем? Покажи, да? Возможность, да, это какой-то шанс, шанс от самой судьбы, возможности от самой судьбы. Вы знаете, такое везение все-таки будет вас сопровождать. Для кого-то это будут какие-то мелкие такие, знаете, вот что и там повезло, и тут хорошо, и настроение отличное. И для кого-то это что-то может быть даже очень таким, знаете, стоящим. То есть как-то подвернется удача. Возможно, кто-то, если ищете работу, найдете. Потому что это все же движение. Возможно, это удача именно в какой-то активности, да, в новых возможностях. Какие-то новые возможности перед вами откроет сама судьба и даст вам такой толчок, да, дабы вы двигались быстро, активно и достигли наилучших целей. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Загаданные. Вот, задуманные на этот период. Исполнится ли оно? Задуманные на этот период. Исполнится ли? О, девочки, у нас здесь целая императрица, то есть плоды будут, вы совсем справитесь и, возможно, подключите еще кого-то, потому что императрица, она умеет убеждать, да, все работают на общее благо. Здесь идет момент, что да, у вас прям мудрость в руках, вы достигнете результата, вы достигнете плодов, вы будете реализованы как женщина. Здесь прекрасно идет карта вообще, да, вот что бы вы ни задумывали. Касается это вашей внешности,
каких-то покупок, каких-то вот дел по дому, по работе, вот как вот что я вам скажу, вообще планируйте, да, очень хорошее время, дабы свои планы реализовать. То, что задумано, определенно будет иметь плоды. Да, эта карта, она неспешная, то есть эти плоды могут быть неопределенно в этих 20 дней, но этот результат, он будет продолжительным. То есть вы можете и получить плоды, и результат будет продолжительным дальше. Возможно, вы заложите некий фундамент хороших результатов, да, на будущее. То есть эта карта, она все же несет некий результат на длительное время. То есть если вы задумали, я так примерно, да, сесть на диету, очень хорошее время, несмотря на то, что праздники, потому что неких плодов достигнете, и результат будет устойчив, результат будет длительным, длительным будет результат. Если что-то задумали сделать вот там по дому, да, какой-то ремонт кто-то затеял, мы любим так весной начинать это, эти все дела, да, этот вот такой инстинкт гнездования у всех просыпается, очень удачно, очень быстро, очень качественно. Возможно, вы подключите еще кого-то, потому что императрица, она часто управляет неким процессом, и результат вас очень порадует и будет таким устойчивым, то есть длительным, долго будет вас радовать. Вот так вот. Очень хорошая карта. Давайте посмотрим дальше. Итак, дороги, пути. Что ждет в дороге? Что ждет в пути? Так, у нас может здесь быть какое-то изменение планов. Я вам скажу, что все хорошо, но какие-то дороги, они надоели. И они будут меняться. То есть, если работа дом, дом работа, да, и эта дорога уже сильно поднадоела, здесь будет меняться какой-то план, что-то будет, да, неизвестное пока что. Это какой-то сюрприз для вас. Определенно может быть романтичного плана, определенно может быть от мужчины. То есть здесь идет приятная неожиданность, романтичная неожиданность, то, о чем вы пока что не знаете, перемена каких-то планов, изменение каких-то дорог, путей. Возможно, кто-то вас, подруга, пригласит куда-то, обязательно надо ехать, родственники, обязательно езжайте, потому что вас ждет приятная неожиданность в этой дороге. То есть хорошо проведете время и вообще будете очень довольны результатом. Вас ждет приятная неожиданность в этой дороге. Ой, девочки, очень хорошая неожиданность вас ждет. Обязательно нужно ехать, обязательно нужно менять какие-то свои повседневные дороги. Езжайте куда-то на природу, где-то отдохнуть, к родственникам, куда-то поехать. Прекрасно проведете время, будете очень довольны. Более того, я вам могу сказать, если вы в поиске, может даже произойти какое-то знакомство по месту, да, то есть раскрывайте, да, свои дороги, да, езжайте куда-то еще. Будут возможности, которых вы пока что не видите, то есть, да, я не планирую, никуда не еду, ничего не знаю. Девочки, кто-то куда-то, да, пригласит. И ехать надо, надо менять какие-то свои дорожки, дабы в этой дороге что-то хорошее с вами обязательно случилось. Потому что идет момент, что эта дорожка ведет к счастью. Эта дорожка очень будет хорошая. Эта дорога будет неожиданной, скрытая пока что для вас, какой-то план, но он уже существует, и может быть какая-то неожиданность приятная очень для вас. Итак, давайте посмотрим дальше. И у нас встреча, запланированная встреча, как пройдет? Как пройдет? Очень плодотворно, особенно для женщин. Особенно для женщин. То есть будет прекрасный результат. Результат вами ожидаемый. Результат очень даже такой, очень даже как-то, вот вы как много приложили усилий, и результат будет. Но здесь у нас идет такой вот момент, что не стоит спешить, потому что вот какой-то разговор должен произойти, и как всему время, да, как нужное время
должно подойти для этого разговора. Здесь я вам скажу так, здесь может быть такой момент, что как состоится запланированная встреча. Она пройдет очень хорошо, эта встреча. Очень хорошо. Ну, давайте, мне прям, знаете, вот кружит информация, вот какая-то вот действительно трансформация должна произойти, какая-то перемена, что-то, да, вот идет такое фундаментальное, что-то очень такое, знаете, прям важное должно произойти при этой встрече. Угу. Вы будете очень рады, прям сердце будет радоваться. Если эта встреча любовного плана пройдет тоже очень хорошо на укрепление отношений, на такие радостные и вообще, да, проявление любви, романтики. Здесь все очень хорошо. Почему-то мне идет как некая перемена должна произойти. Если встреча делового плана, здесь может пройти такой момент, что не спешите, этой встрече должно прийти вот определенное время. Если эта встреча как-то откладывается, вот как-то, да, вам позвонили, да, что встреча переносится, или вы пришли и видите, да, что вот как-то человек занят, или человек в отпуске, и человек отсутствует, ни в коем случае не расстраивайтесь, потому что результат ваш нужен вам, он будет, и он будет очень хорошим. Но может быть такой момент, что в силу неких обстоятельств, да, вот как время, может быть отсрочено это свидание, эта встреча вот как-то во времени. Но результат вас очень порадует, вы будете очень рады результату. Это будет какая-то трансформация, это будет какая-то перемена, улучшение, выход к лучшему, выход к свету, да, и как-то вот торопить события, спешить абсолютно не стоит. Если эта встреча откладывается, да, вот и хорошо, да, то есть занимаемся своей жизнью, делаем какие-то свои дела, отвлекаемся на другое, да, потому что здесь и справедливость на вашей стороне будет, и результат вас очень хорошо, очень порадует. То есть будет определенно улучшение ситуации в любом случае. Может быть момент, что в силу обстоятельств оно как-то, да, вот ему нужно время, да, но эта встреча принесет очень хорошие результаты, очень хорошие плоды. Если эта встреча любовного плана, пройдет очень весело, пройдет очень легко, очень, знаете, так непринужденно, очень радостно как-то, да, это может быть и какая-то встреча и на один и с компанией, но проявление этого мужчины однозначно, влюбленность, нежность, ласка, знаете, вот такой момент, и при этой встрече отношения укрепятся, пройдет встреча очень хорошо. Может пройти ситуация трансформации отношений, когда вы вроде бы в каких-то вот таких, да, начале пути, в начале отношений, и еще общаетесь как-то вот в кругу, возможно, друзей, этот человек может к вам проявиться. Здесь может вот такой неожиданно, да, повернуться как-то событие, и вот абсолютно иная дорога может проясниться, да. Вот так вот. Но свидание пройдет очень хорошо. Я вижу, что наполнено и легко, и без какой-то, знаете, тяжести, натянутости. Очень свободно вы будете себя чувствовать. И вот хорошее настроение еще вот, да, после этого свидания, оно будет сохраняться еще определенный период. То есть ну, очень-очень хорошо пройдет это свидание для вас. Итак, мои дорогие, давайте будем смотреть дальше. Финансы. Давайте посмотрим на финансы. Что нас ждет в финансах? Финансы. Покажи нам на загаданный период. Вот колесо фортуны у нас. Знаете, как повернешь. Будьте осторожны с финансами. Потому что может быть такой момент, что как-то и всего хочется. Но не сильно раскручивайте это колесо. Потому что оно, знаете, может очень раскрутиться. Здесь идет момент такой, что вам, в принципе, да, вам повезет с деньгами. Здесь или какие-то деньги придут, или какая-то удача улыбнется. Но здесь деньги придут, прям удача идет, да, колесо фортуны на вашей стороне. Денежка придет, денежка будет, возможно, даже неожиданно как-то. Возможно, это небольшой какой-то объем финансов, но они будут.
Но здесь идет момент, что будьте осторожны, потому что очень много желаний, очень много, дабы вот этот азарт вас не увлек, да, вот как-то потратится желание, потратится очень сильно. Но давайте посмотрим еще. Финансы, что с финансами, что ждет? Ну, девочки, приход денег есть, есть приход финансов. Он может быть как, вот как с разных сторон, это может быть какие-то любимый ваш человек может вам и порадовать каким-то подарком, и какие-то деньги, да, может дополнительные, да, прийти могут. Прям вот денежка идет, да, идет колесо фортуны, денежка идет. Но есть какое-то вот горячее желание на что-то потратить. Вот прям желание, а стоит ли, да, надо ли, вот есть такое горячее желание на что-то потратить, возможно, или крупную сумму, или много покупок. Стоит ли тратиться? Покажи мне. Вы знаете, вот в достижении цели, если вы желаете потратить на какую-то поездку, на обучение, да, на нечто, что имеет какое-то продолжение, стоит. Если вы тратите деньги вот на какие-то вещи, да, здесь идет момент, что или одна вещь должна быть куплена, но которая вот дорогая и действительно вами желанная, не размениваться вот так вот, да, вот так вот карты говорят, одно нужно купить. Одно, но стоящее. Я вам хочу сказать, что эта вещь, она будет приносить вам удачу. Вот если вы что-то купите, вам будет это приносить удачу. Присмотритесь, возможно, это сумка какая-то, возможно, это какое-то украшение. Это может быть даже какая-то обыкновенная вещь, да, какой-то шарфик. И обратите внимание, что эта вещь вам будет приносить удачу, потому что вам удача сопутствует по колесу фортуны. Это просто, знаете, будет сопровождать вас везение. Потому я бы сказала, что в этот период купите себе что-то. Купите себе что-то и заложите в него вот этот момент везения, да, что пусть мне везет, пусть мне везет. Вот как при покупке этой вещи, да, говорите, пусть мне везет, пусть мне везет. И вот я прям вижу, что вам действительно будет везти. Вы смотрите, что вышло два туза, да, и старший аркан фортуна. То есть это шанс на везение, это какая-то очень классная вещь, это какая-то вещь, которая будет приносить удачу. И это даже, да, это не занавески, которые повесил, да, а это что-то вот, вот это что-то должно быть такое, что вы можете носить при себе, и оно будет вам... Вот эту энергию удачи будет все время придерживать у вас. То есть, ну, здесь вот как-то так у нас получилось. Очень интересно. Очень интересно. Присмотритесь. Возможно, действительно, вы что-то хотели. Да, что-то, возможно, это какая-то стоящая покупка, какая-то вот, да, подороже. Ну, вот стоит ее купить. И с такими, знаете... Пусть мне везет, и это везение задержится в вашей жизни, будет вас сопровождать. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Приятная неожиданность загаданного периода. Приятная неожиданность. А вы знаете, какая приятная неожиданность? Вот действительно выход из какой-то критичной ситуации. И выход из ситуации или возможность избежать какую-то ситуацию, или выход, то есть на сегодняшний день какое-то вот состояние, да, тяжелой, вы очень резко, очень быстро выйдете из этого состояния. Или какая-то возможность подвернется, или какая-то прям удача вам посопутствует. Потому что идет момент выхода, выхода очень быстрого, очень такого активного, очень из какой-то печали, из какой-то тоски, ожидания, из какого-то вот тяжелого состояния, очень быстрый выход. Да, и какие-то новые возможности, какое-то вот ожидание ваше и тяжесть, оно вот все отходит. Вот вас и ждет какой-то приятный сюрприз, девочки, действительно приятный сюрприз. Возможно, вы кого-то ждете, ждете долго, возможно, за что-то переживаете, вот это волнение, переживание, вот это все, оно все уходит из вашей жизни. Вот будет сопутствовать вам действительно удача. И в чем ожидается удача, да, приятная неожиданность, резкий выход. Даже, да, даже бы не подумали, да, что вот так может быть. Какая-то ситуация выхода из полнейшего застоя, очень быстрая, очень активная.
Для кого-то действительно может пройти ситуация, что вот долго не было партнера, какое-то новое знакомство, очень может быть. Это какой-то сюрприз, сюрприз, который вам вот готовит жизнь, готовит вам судьба. Ну да, очень приятность, которая связана, возможно, и с вашими близкими, и с родными, и с людьми, за которых вы переживаете и волнуетесь. Это выход из какой-то вот ситуации тяжелой и выход в прекрасное состояние. Очень хорошо. Давайте посмотрим дальше. И посмотрим мы, на что вам стоит обратить внимание. На что стоит обратить внимание. На что стоит обратить внимание? Денежки, денежки, да, вот какое-то обновление пути, трансформация именно с финансами, именно с деньгами, именно денежка идет. Обратите внимание на то, что деньги начинают идти, какая-то вот ситуация сложная, она заканчивается, волнительная, как-то выходите вы из какого-то вот состояния. И резко так, понимаете, вот как будто бы вот ничего не происходит, и вот резко какие-то события, и они такие яркие и приятные, и неожиданные для вас, вот самое главное, да. И идет момент, на что обратить внимание, обрати внимание, что новая возможность в финансовом плане, новые какие-то, или приход финансов, или вот прям деньги будут идти, хорошо будет работать именно магия богатства, именно финансовый поток, именно что-то, какие-то перемены будут в деньгах, какая-то вот улучшение, прям новое, хорошее входит в твою жизнь, кто-то, возможно, ищет работу, точно найдет, и вот трансформация своего личного пути, найдете правильную дорогу, найдете правильный выход. Для кого-то может пройти ситуация, что женщина, да, вот какой-то, или денежки добавят, или какая-то премия придет, или возможность на другая работа что-то предложит, да, вот какие-то финансы. Для кого-то может пройти, что ваш мужчина где-то найдет хорошее место, и вот как-то деньги, да, будет больше зарплат, будет больше финансов, но идет момент, что тебя ждет удача в деньгах, тебя ждет удача, вот смотрите, колесо фортуны, и здесь магия богатства, и здесь у нас выходит, обрати внимание, что деньги идут в твою жизнь, будет улучшение твоего финансового состояния, будет ситуация, когда ты можешь себя проявить и по справедливости получишь вознаграждение за свой труд, за свой талант, реализация себя, реализация своей личности. Давайте посмотрим еще. Итак, мои дорогие, напутствие, да? Напутствие на загаданный период от высших сил. Напутствие. Я вам скажу, что, во-первых, укрепление очень отношений между родными людьми, между близкими. Если сейчас, да, есть какие-то моменты, будет укрепление. Здесь может пройти ситуация, что вас очень порадуют дети, они желают вашего внимания, и они будут вас радовать, дети. Здесь идет опять момент материального. Ситуация, какие возможности перед тобой откроются? Возможности материального плана, возможности в финансах, возможности вот какая-то удача, которая будет сопровождать ваш финансовый поток, который вот будет действительно очень хорошо работать. Какой-то, знаете, будь прагматичной, будь реалистичной в деньгах, да, потому что идут новые возможности. Ухватись за эти возможности, они принесут радость тебе и твоим близким. Укрепление отношений в паре, укрепление отношений в семье. И вот такое, знаете, материальное благополучие, которое входит в ваш дом. Некое даже восстановление, исцеление вашего здоровья, да, как некого физической материализованной вашей составляющей и вашего финансового потока. Вот какие возможности откроются? Возможность улучшить материальное состояние. И ситуация говорит, да, напутствие тебе, будь прагматичной, будь реалистичной, да, и успех будет тебе сопутствовать. И также вот дети, да, дети тебя порадуют, близкие тебя порадуют.
Тебя ждет приятная неожиданность. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви. Всего вам самого лучшего. И до новых встреч!